Всем привет, это Мишаман, и в сегодняшнем ролике речь пойдет об одном из билдов, на котором можно будет ворваться в Gauntlet. Более подробно об этом ивенте я записывал видео, так что если вдруг не смотрели, то крайне советую ознакомиться. В двух словах, это ивент, который будет проходить со 2 по 12 февраля, и он будет включать в себя очень сложные моды. Вы будете играть в хардкор соло режиме, без торговли, без пати, и при этом еще будет куча модификаторов, которые делают монстров более сильными. Взамен же вы можете, кроме бесценного опыта, так сказать, и боли в некоторых местах, получить различные призы за то, что прокачиваете персонажа и выигрываете таким образом розыгрыши разных призов. Среди них есть разные дорогие. Ну и в принципе, если вы уже подустали от лиги, то это отличная возможность зайти там попробовать себя в некоторых других условиях. Ну так вот, далеко не все билды способны взять и ворваться и там получить 90 или 95 уровень для участия в розыгрыше. И я хотел бы о подобных билдах рассказать. Первый билд, о нем пойдет речь сегодня, это, как вы уже догадались, некромант через нестабильный труп, или же Volatile Death of Seeding. Не уверен, как оно переведено, но неважно. Суть заключается в том, что играть любым камнем с подрывом трупа, то есть Detonate Dead, запрещено. Если вы, ну, то есть вы можете им играть, но вы не получите никаких призов за это. Идея, в общем-то, остается той же самой, но мы вместо этого используем Volatile Death of Seeding. И эта абилка хороша через хит, то есть не через поджог, а именно через удар. И я, как обычно, запущу мапку. Это тренировочная лига с модификаторами, которые будут на гаунтлете. Ну, невозможно создать прям такие же моды, как будут на самом ивенте, но хотя бы какое-то представление похожее, чтобы можно было получить о билде. В общем, играем. И по ходу карты я покажу и расскажу, как этот билд функционирует. Идея примерно такая же, как у Detonate Dead of Scavenging. Мы призываем десекрейтом трупы и взрываем их нажатием кнопки. ВД. За счет того, что мы играем некромантом, мы получаем достаточно много скорости, а также враги оказываются под действием чила и шока. Таким образом, они становятся медленнее, что очень важно, при учете, что на этой лиге довольно сложные моды. В общем-то, понятное дело, что если вы встречаете кого-то монстра с тремя эссенциями, когда вы только вышли на карте с такими модами, вам придется не сладко, но что поделать. И, в общем-то, примерно такого рода урон вы должны себе представлять, когда думаете о первом дне гаунтлета и первых мапках. Вот. В плане дефенса этот билд отличается от той же Илемки в лучшую сторону, поскольку у вас есть доступ к большому количеству блока за счет аферингов, то есть подношений. А для того, чтобы он работал стабильно, вам понадобится триггер на пушке. Его у меня пока что на этой лиге нету. Но пока его нету, можно использовать его вручную, плюс поставить его в связку с Cast One Damage Taking, то есть сотворение чар при получении урона. Наверное, так. Вот. В качестве проклятия мы используем проклятие на понижение резистов к огню. И да, ожидаемо босс сдувается за 4-5 кастов вместо того, чтобы 10 минут долбить эссенцию. То, как оно примерно выглядит. Как вы уже, наверное, поняли, сами шарики здесь носят достаточно косметический эффект. Основной урон наносит непосредственно взрыв трупа. Так же, как и все остальные аналогичные билки, у этого спела есть как бы две части урона. Первая — это взрыв трупа, а потом spell damage. В данном случае spell damage сосредоточен в этих шариках. Они помогают, они наносят какой-то урон, но основной урон именно со взрыва трупов. По связкам. В данный момент стоит Volatile Death of Seeding, Fire Pen, Hypothermia
и Intensify. Intensify для зачистки более хороший. Ну и плюс, если вы стоите на месте, то у вас увеличивается количество стаков, и вы получаете больше урона за счет этого. Для того, чтобы призывать трупы, мы используем Desecrate с полкаскадом и фастер кастингом, чтобы призвать достаточное количество трупов. В качестве аур у нас все достаточно стандартно. Determination, Grace, броня уклонения, Defiance Banner, то же самое. И Tempest Shield. Также можно использовать вместо Tempest Shield, как и на обычной лиге, с нового восхождения Bark Skin, о котором у меня тоже есть видео. Так что если вдруг не в курсе, что это такое, в чем его сила, то рекомендую. Вот, а в эндгейме же вы хотите использовать чармы на эффект афферингов, скорее всего. По остальным обилкам, для понижения вражеских резистов используем Full Mobility и Wave Conviction. В дальнейшем можно добрать еще одно проклятие, Elemental Weakness, чтобы еще сильнее понижать вражеские резисты. Но это уже потребует, скорее всего, палку с триггером, поскольку все иначе не влезает. В дальнейшем Wave Conviction мы убираем, когда он появляется на перчатках, мод с имплисита итера на соответствующее понижение резистов вот с этой сферки. Что еще для перемещения? Конечно же, Shield Charge и Flame Dash. На этом, в общем-то, и все. Да. Ну и, конечно же, Bone Offering, который помогает нам получать достаточно много блока. Без каких-либо вложений в блок. У меня 40 и 41, соответственно, блок атак и спелл дэмэджа. При учете, что в дереве у меня нодов на блок никаких пока что не взято. В дальнейшем планирую вот этот кластер добрать. И с увеличением эффекта подношений, который здесь в мастере тоже есть. А также с эффектом подношений в чармах. В общем-то, это все ощущается достаточно сильным. Я поначалу решил играть с Eldritch Battery. Это позволяет использовать еще ауру Haste. Если поставить вместо... Если будете чувствовать себя достаточно сильным, вместо поставить в Flash Offering, вместо Bone Offering, вы будете летать по картам просто супер турбо, как заводной какой-то персонаж. Однако на гантлете это может быть несколько опасно. По ветке все достаточно стандартно, по большей части у меня ноды на выживаемость в данный момент взяты. Из дэмэджа у меня взят Heart of Flame, поскольку мне же на мастере. Мы играем через Elemental Overload без крита. Elemental Overload дает нам много урона в сочетании с этим мастере, опять же, крайне-крайне эффективно ощущается. И Spiritual Aid, который делает так, что любой миньон дэмэдж работает на нашего персонажа. Это очень полезно, если бы, ну, практически необходимо, поскольку вы играете некромантом, и у вас есть вот эти маленькие ноды на миньон дэмэдж. В Уберлабе я планирую взять Commander of Darkness, однако есть некоторые варианты, при которых, может быть, стоит играть Essence Glutton, если вы играете, например, с гибридной версией, да, то есть об этом можно подумать, но, скорее всего, Commander of Darkness — это мой выбор в данном случае. И в дальнейшем я буду добирать Divine Judgment и эффект Айлментов здесь и здесь, и, возможно, Anoint буду делать тоже на эффект Айлментов, поскольку некромант нам с помощью Корпс Пакта дает халявный чил и шок. Таким образом, эффект вот этих состояний мы тоже можем скелить, что будет увеличивать и наш урон, и нашу выживаемость, поскольку противники будут медленнее. Также есть еще другой вариант, о котором я думал. В частности, в качестве примера персонажа Вагла со старта лиги могу привести. Он играл схожим сетапом, но он в итоге решил играть вместо ВД трансфигурированную версию ДД. Но она в бане. Вот. Но, то есть, по сути, все то же самое в плане геймплея и всего остального. Единственное отличие, что он решил идти не в правую часть ветки, а вот сюда, в сторону Сциона. В чем плюсы и минусы, да, вы не паритесь с маной, поскольку уберете ноды на уменьшение стоимости по мане, но у вас при этом нету ауры Haste, но взамен вы получаете как бы то, что у вас больше энергии щита, и он вам реально помогает. Опять же, вы можете поставить, например, какой-нибудь либо пояс Сируса, либо что-то такое, что надувает вам энергощит, да, и взять Essence Glutton.
Вот это тоже вполне себе играбельный вариант. Также здесь вы можете добрать себе сопресса чуть больше, чем в этой части. Вот, то есть это тоже вполне себе играбельный вариант ветки. Но в целом я добрался до 82 уровня этим персонажем с такими модами без каких-либо проблем. У меня есть две смерти, но они немного смешные. Первое, я просто распилился на ловушке, потому что отвлекся в туннеле к 10 акте. А вторая, я сидел в стрим, фармил лабу, и просто я смотрел стрим на другом экране, меня Изара убил. Вот, ну, то есть, дело такое. Кстати, Изара будет довольно нешутевый. На нем нужно в них играть довольно внимательно, особенно при учете, что вам придется доставать трансфигур-версию камня. Собственно, трансфигур-версию камня достать зеленого получилось достаточно быстро. Я просто бегал Мерсель слабу с даркшайнами, которые были по пути. И стоит сказать, что именно этот камень я достал прям с первого трая. Но я еще хочу потестить другие абилки, поэтому я в общем итоге для того, чтобы получить все, что мне нужно, где-то 2, может быть, чуть больше часа потратил на то, чтобы все остальное залутать, что мне хотелось. Вот, такой персонаж. Ветку для данного перса оставлю в описании, так что пробуйте. Вполне возможно, что этот билд окажется вам полезным и интересным для того, чтобы ворваться в грядущий ивент гаунтлет. А также пишите в комментариях, собираетесь ли участвовать. Если да, то какие у вас идеи для билдов. Это был Мишаман. До скорых встреч. Пока.